Вот наконец-то начал зреть урожай, хоть можно что поесть. Что-то в этом году как-то очень плохо с фруктами, и персики, и вишня, и, в общем, совсем плохо. Практически инжир, вообще ничего нет. Вот начинает зреть виноград. Так он растет. Никто его не рвет. Видимо, люди предпочитают здесь покупать. Слишком для них это уж чересчур, чтобы они рвали на улице виноград. Я попробовала, вроде нормально. Чуть кисловато, но есть можно.